последние дни августа, в преддверии нового учебного года, руководители музыкальных школ и школ искусств, работники идеологических отделов гор и райисполкомов собрались в областном центре, чтобы подвести итоги последних нескольких лет плодотворной работы, а также определить направление для развития на ближайшую перспективу. В заседании принял участие заместитель министра культуры Республики Беларусь Василий Черник. На протяжении месяца специалисты ведомства проводили мониторинг работы учреждений дополнительного образования. Брест стал одним из пунктов рабочего визита. Целый август мы посещали все средние специальные учебные заведения и выборочно детские школы искусств в регионах республики. Это связано прежде всего тем, что мы бы хотели посмотреть, сделать мониторинг ситуации, которая сложилась сегодня в средних специальных учебных заведениях, детских школах искусств в плане подготовки нашего молодого подрастающего поколения. Это и художественное образование, это музыкальное образование, это и театральное на этом уровне, для того, чтобы они в дальнейшем смогли составить контингент для наших высших учебных заведений. Сегодня в Брестской области создана большая многопрофильная площадка для развития детского и юношеского творчества. В регионе работает порядка 9 десятков детских школ искусств, 77 филиалов, а также 3 средних специальных учебных заведения культуры в Бресте, Барановичах и Пинске. В них занимается более 16 тысяч воспитанников, их обучают около 1000 педагогов. Однако, и на этом акцентировал внимание Василий Черник, в Брестском регионе пока еще небольшое количество молодых людей-стипендиатов. В этом направлении есть над чем поработать, отметил заместитель министра культуры. Кроме того, не осталось без внимания и тема ввода новых специальностей, а также оптимизация тех направлений, которые сегодня пользуются меньшим спросом. Мы должны посмотреть, кого мы принимаем, какие специальности сегодня пользуются авторитетом, почетом, на какие специальности конкурс достаточно высокий, для того, чтобы в дальнейшем прогнозировать и для высших учебных заведений. В целом, заместитель министра культуры остался доволен работой учреждений культуры Берестейского региона. Василий Черник отметил, что в нашей области большое количество творческих и креативных людей, которые всецело отдают свою жизнь искусству и воспитанию новых звездочек. Он пожелал творческих планов и новых идей по усовершенствованию учебного процесса в своих учреждениях.